спонтанно так. Завтрак. С сосисками. Ага. Такое небольшое путешествие. Сейчас увидите, куда, зачем и почему. Так, мы уже добрались до вокзала. Хотел вам показать, у нас тут большой монитор есть, вон там стоит. Смотрите, стоит. О, на, интернет закончился. Сейчас пойдем наверх, надо мне посмотреть, найти билет. Билет такой, чтобы можно было по всему региону ездить за одну цену. Потому что нам просто вот сложнут на поезде, блин, стоит дороже, чем просто билет это купить на весь день. В одну сторону, а так весь день, если возьму билет, нам будет туда и обратно, да? Вот те же бабки. Так что идем за билетом. Это же Мансак. В Москву. Один раз ездили в Гамбург. Путешествуем с семьей. Кстати, драйвер сегодня в необычном для себя, там, без автомобиля, но мы почти все в сборе, кроме мелкого. Пойдем прогуляемся, посмотрим старый город. Описание про старый город. Насколько он старый, но и пару кадров, конечно, сейчас запишу и покажу. Городок начинает жизнь просыпаться, то есть трамвайчики заработали, мусор собирают. Здесь вот даже за углом, за столбами сейчас не видно, стояла катафалка, что мне тоже удивило. В центре города катафалка, может быть, рядом здесь церковь, я не знаю, может, отпевают. Ну, как-то вот так, такой вот город. Здесь, в принципе, есть определенная такая своя суета. Этот город раза в 4 больше, чем тот город, где мы живем, о котором я уже постоянно вам видосы записывал, показывал. И решил просто прокатиться, во-первых, с детьми. Мы поехали на поезде прокатиться и посмотреть. Уже даже успели пересесть. Очень много всяких соединений поездов. Мы поменяли даже один поезд. Прокатились, наверное, на нем минут 45. Теперь вот по городу гуляем, именно по старому городу. Потому что вот это вот самое интересное, вот это и есть именно старый город. Потому что здесь красивые здания, которые у нас под защитой закона, как памятники, во-первых. Во-вторых, убираются. При вокзальной площади очень много, конечно, стало в последнее время вот этих всех связанных с плохими вещами людей там собираются, но как бы... Не обязательно это показывать, это есть в каждом городе. Охота показать, конечно, больше красоту.
Здесь вот у нас стейкхаус, ранчо называется. Так все по-техасски. Но то есть такие заведения не работают больше вечером. Да, таких вещей, как трамваев, у нас в маленьком городке, конечно же, нет. Здесь это как бы вот для нас деревенская как достопримечательность. Не, прикольная штука. Даже вот в поезде не ездил 9 лет. То есть реально последние 9 лет мы не ездили на поезде. Как бы здесь называется поезд. А на самом деле это не дизельный вагон, а электрический. То есть электричка, да? Тихо в вагоне. Прям, если бы некоторые люди бы не разговаривали по телефону, вели бы себя чуть-чуть культурнее, то вообще, то есть самого шума вот этого езды, ну прям кайф, как будто в каком-то Мерседесе С-класса едешь, прям тихо, спокойно, да. Это еще я был в простом вагоне, который едет по региону, от города в город и назад. А если брать поезд, который едет на дальняк, они называются у нас ИЦЕ, вот эти вот скоростные стрелы поезда, вот там скорость 250, там тоже шумоизоляция вообще фантастика. Вот, да. Кто с собачкой гуляет, вот вам, пожалуйста, специально здесь пакетики. Собачка накакала, убери с собой пакетик. Собачьи какашки как бы для некоторых граждан, если заметят, а это быстро стоит бабки. Вот такие пакетики вам город предоставляет, чтобы какашку собачью собрал, положил в мусорку. И все, я вот иду, чистый порядок на тротуаре, никаких какашек собачьих нет. Приятно, мелочно, приятно. Заходим в самый настоящий старый город. Уже дом возле нас. Старее некуда. Вот это был дом. А с этой аркой уже еще лет в обед. Город красиво, поприличнее. Некоторые магазины мне нравятся в старом городе, особенно когда города большие, там есть такие магазины, там, ну, определенные марки, которые ты знаешь только из интернета, и в больших городах это можно взять, прийти, потрогать, купить, посмотреть, ну, то есть не только в компьютере, а именно здесь и сейчас. И это самое главное. Я долгое время не покупал вещи какие-то, да, а именно, ну, в магазине брал, а не онлайн. Здесь как бы можно это встретить, такие марки в городе. Еще одну штучку встретил. Сейчас покажу вам. Вот игроки Warhammer. Узнаете, нет? Вот такие фигурки, да? Такое еще никогда не видел. Вот так разложили, собрали это все дело. Вот этот чувак, 3 метра высотой, стоит там, да? В пыли, правда, чуть-чуть. Вот это вообще он, сынок, узнал. Байки, пушки, целый город, красота. Там всякие вон игрушки, комиксы, но он почему-то закрытый пока магазин. Потому что он открывается поздно. Да, точно, смотри, он на каникулы, сейчас каникулы, он закрытый пока. Там вот, смотри, всякие игрушки, вон, блин, вот сейчас бы туда зайти. Тут можешь брать вот Warhammer, вот такой набор и строить. Выкладывали давно уже, конечно, ее уже по-любому открывали, но потом нужно на место положить, потому что это все под охраной. Это очень дорогая такая штука.
есть такая плитка в основном почти в каждом старом городе немецком есть, ну и не только немецком, тут камушек в камушек, когда на автомобиле проезжаешь, шум, конечно, есть такой определенный, но раньше вообще здесь на каретах ездили с бричками, так вообще грохот стоял, да, еще эти копытами лошади, соответственно, стучат, цокают. Да, бывает, идешь, такой хоп, массаж можно сделать. Но нам сейчас не до массажа, нам нужно идти дальше. Ну вот сейчас что-то прошли две улицы по старому городу и смотрю, говорю, там какая-то церковь, это ну, достопримечательность. Что-то такое довольно-таки старенькое. Мы сейчас пойдем и посмотрим это поближе. Вот мы как бы в Германии, да? Идем такие. И тут хоба, телефонная будка. Телефонная будка, только как это в Англии. Да, там ее, конечно, вон вымазали, блин. Порядок был бы там в ней еще. Да, вот старая Николая, церковь Николая. Посмотрим, открыто, нет? Открыто? Если открыто, пойдем. Самая церковь снаружи, сейчас пойдем церковный дворик за ней. Заходишь, сразу стоит сделайте продышку. 12 минут с Богом, но да. Свечку поставили, идем дальше. Но вот здесь вот в дворике стоит какой-то фонтан с памятником. Посмотрим, что это, кому это, зачем это. У стены, конечно, да, видите, вот тут еще. Старое немецкое качество. Старый город реально не маленький. Меня чуть удивило. Обычно здесь просто на машине мимо проезжаешь, там где-то по трассе, и все. Знаки стоят на старый город, на парковку. А всю вот эту вот красоту, спокойство, тишину какую-то там, вот такие вот фонтаны. Конечно, с главной дороги ты не увидишь никогда. И сейчас я, конечно же, меня и удивило чуть-чуть, и не удивило, то, что, ну, с вот этой нашей всей политикой, тут очень много дорог, где раньше мог проехать на машине, их закрыли. Сейчас там только вот или в одну сторону дорога идет, или вообще велосипедных дорожек понастроили. Ну, то есть велосипедист как-то стал в приоритете. И вот такой еще прям за церковь дворик, вот такой парк, вот цветы разные. Вот стоит памятник, я не знаю, вот человек какой-то прям... Короче, памятник связан с историей этого города напрямую. Сейчас фотку сделаю этого тоже. Вот, кстати, исторический камень. На камне прикол такой. С 94 года по 2019 год, вот. В заговор, и там стоит по-немецки Биллефельд, как бы это название этого города, что его не существует. То есть тут лет, сколько лет, еще подожди, 6, 19, 25 лет, много кто тут
усирались, спорили, даже в радиоспор, как-то помню, был лет 10 назад, и звонили и доказывали, что Бильфельда не существует как города на карте. Ну, короче, такая хрень, и вот этот, даже по этому случаю, ну, я слышал, теперь это сейчас видел, камень стоит, там этот QR-код от города, все дела. То есть 25 лет люди спорили и доказывали, что города Бильфельд не существует, как бы, где мы находимся сейчас. Ну, как видите, город есть, и церковь здесь уже 775 лет тоже стоит. Но были товарищи, которые прям бились кулаком в грудь и говорили, что этого города не существует. Такие вот дела. Вот здесь вот эта вот дорога велосипедная. Не было. Сделали все для этих велосипедистов. Ну ладно, катайтесь на здоровье. Сейчас идем, нужно перекусить чуть-чуть, мы уже... Ну, в принципе, это немного лазим здесь по городу по-другому. Но все-таки все время пешком подостаешь. Здесь вон есть вок. Дальше идем, здесь у нас еще кебаб есть. А мы решили зайти в такое булочное, не булочное, где прям с булочки прям с рыбкой есть, с курочкой и так далее и тому подобное. Такие снэкс. Тут можно будет перекусить. Прогулялись по одному центру города, по старому городу. Сейчас на вокзал, через вон ту всю толпу. Там как раз таки уже новая часть города. И на вокзал, и потом едем в другой городок. Мы еще там прогуляться успеем. То есть сегодня контент будет. Сразу два города покажем. Ну, пока еще в том же городе, но большой гипер-гипер. Короче, такой ангел в центр. Все куда-то съедут, плывут, ползут. Там этаж, там этаж. Вниз несколько, я не знаю, сколько здесь этажей. 4, наверное, 5. Люстры прикольные, кстати, здесь. Вот это я два раза только замечал. Так, ну сейчас... Ну, дождемся и пойдем в сторону вокзала, поедем в следующий год на город на поезде. Да, мы сейчас поднялись в самый верхний этаж, вот здесь вот все магазины такие, ну не магазины, как, тоже продают, но здесь верхний этаж, все ресторан, как в гиперцентре. Как в гипермаркетах каких-то. Здесь верхний этаж, вот рестораны, там рисы, котлеты, бургеры, пиццы, чего только нет. Вот, в этом магазине, как я был, помните? Видос показывал, влог. Пойдем дальше. Так. Здесь вниз. Блин, вниз смотришь, аж этот, чуть-чуть... Как щикотно, там тоже сидят, там вот даже внизу еще есть овощной какой-то магазин. А здесь для мелких, самых младших. Хорошо, что когда строятся такие комплексы, знаете, здесь мне нравится то, что они не забывают ни о ком, да, то есть не только магазины для мужчин, женщин, там, для допустим, для кто на коляске приехал, у которых какие-то там недостатки. Всех учитывают, всех потребностей, плюс какие-то поставили, вот, допустим, ряд стоит стульев, там стояло, наверное, 20-30 стульев, везде розетка на 220, везде есть USB-порт, то есть можно сидеть и смартфон подзарядить, ноутбук поставить в розетку, сидеть, работать. Раздается Wi-Fi. Ну, короче, вот такие какие-то вот мелочи, как я говорю, мелочи, но приятно. Здесь реально вот первые этажи, тут первый самый низ под продуктовый подвал, потом идут какая-то одежда, все такие крутые марки, а четвертый этаж прям самый верх, то есть под крышей, там все вот это вот еда. Не знаю, почему так устроено, но в принципе могу себе представить, когда вот, допустим, ты с голодухи, да, по лестнице все, пока магазины поднимаешься, там что-то купил. Зашел мороженое покушать, рядом здесь купил, допустим, джинсы за 300 евро, куртку за 200, ну как-то так.
у них это получается, то есть все маркетингом продумано. Да. Какие-то комнаты там игровые для детей стоят, для самых мелких. Очень удобно. Сейчас двигаемся, нам еще, наверное, метров 500-600. Теперь будем в Херфорд. Все, в описании добавляю тот. Там сзади вон вот этот белый домик, это вилла. Клиника этих для глаз. Хирург глазной. Вот идем по парку. Здесь такие штука такая вот, прям в парке, в газоне. Вот смотрите, круг, прорезиненный круг. И там внутри прыгать, вон как эти... батут, и дети могут энергию свою там оставить. Но мы идем дальше, хотелось бы посмотреть какие-нибудь старинные архитектурные здания. Вот как в церкви мы были, вот сейчас заходили в Бильфельде, да, только что вот. Красота. Вот сейчас, кстати, один памятник тоже, вот я уже к нему почти подошел. Прям серьезно такая, серьезная тема. Я его только видел, этого памятника. В интернете теперь я его вижу вживую и покажу вам. Да-да. Вон там. Вот так. Да, серьезно, дядька. Завоеватель, да. Какая классная тачка. Таких больше не производят. Все узнали, да? Шакур. Он самый. Вот такая картина, как бы, я считаю, вот когда вот такие вот произведения искусства, графитчики, что-то Путин нарисует. Есть иллюстрации, конечно, много поинтереснее, прям позамудреннее, там 3D какие-то еще что-то. Это прям лайкос. Но я думаю, кто живет в регионе Херфорда, он знает, где эта локация. Координаты скидывать не буду. Остальные ищите сами. Переходишь через дорогу, что можно купить? Золотой пистолет. А он есть не золотой. Здесь сейчас также пойдем в старый город. Посмотрим на архитектуру. Новые законы. Кое-что разрешают продавать. У-ху! Засветился. Пойдем в старый город. Что-то тучки какие-то накатили. Ну, надеюсь, что дождя не будет. У нас осталось 1 час 10 минут, потом нам нужно быть опять на вокзале. Я думаю, уже 1 час остался, потом поезд и едем домой. Как вам картина? Произведение искусства, да? И это не фотография, это прям вообще что-то. Вау! Не заставила себя ждать. Вот мы идем, бах, и прям в центре. Ну, это нормальная тема, что здесь где-то в центральных площадях старого города, нового города церковь стоит. И вот здесь вот эта церковь, вот стоит знак. Сейчас прочитаю. 1224 год. То есть на следующий год ей будет 800 лет. Офигеть. 799 лет церкви. И она выглядит новее, чем некоторые автомобили.
потому что туда очень много денег из городской казны, из налогов входит на реставрацию, чтобы вот эта вот штука, смотрите, как она шикардос. Там только одни стекла, если там мозаика присутствует, таких бабок стоит. Орган стоит прям вай-вай-вай. Ну, короче, такие вот дела. Жена говорит, у нас соседний городок, говорит, очень похоже, вот такая центральная площадь, на которой мы стоим, тоже на эту. И вот я здесь, и вот, вот эти дома напоминают нам наш соседний город. Это именно вот это вот старые арки. Вот эти дома стоят у нас под защитой, то есть им нельзя фасаду ничего здесь менять без разрешения власти. Так, ну а здесь, сами видите, корона никого не щитит. Очень много вот таких есть магазинчиков, локаций, которые не выдержали, закрылись. Очень было тяжелое давление. Вот еще одно здесь вот отреставрировано. Пойдем ближе посмотрим. Ну, а начиная, допустим, с этих золотых часов, это такая фишка этой площади. Одна из фишек. Потом вот этот дом. Вот я не знаю, сколько его здесь реставрировали, но он выглядит до того аутентично, все дела эти, да, то есть вот 79-й год там стоит, 22-й год, а изначально его строили 1960-й год, то есть полная на новую реставрация. Вот здесь стоит 22-й год, вау, прям вот эти вот ставни, герб, все как положено. То есть им вот эта вот фасада, да, все, они, конечно, зонировали, вот эти все трубы протянули, в 22-м все новенькое, стекло это абсолютно новое, но на старый лад с этими рамками калеными. Кайф. Вот здесь такое что-то тоже есть. Вон тот стоит, это еще старее дом. Ну что, время двигать дальше. Пойдем еще чуть-чуть. Вот такой у нас в центре соседнего города. Прям все такой пиратский корабль, как детская площадка сделана. Прикольно. Зонтики видел? О, красота. Идешь, и зонтики висят. Ну так что идем дальше. Идем дальше. Здесь что-то в большом городе, в другом. На каждом углу кто-то что-то где-то ест. Едят и наесться не могут. Но мы тут нашли очень классную композицию. Вот такой фонтан. Сейчас подробнее об этом. Смотри, какая красота. Вода сверху. Все, медь. Вот где вот, видишь, окислит, где зеленая купа, да? Где стоит. Can't drink, Паша, не питьевая вода. Сейчас у них тут руки. Жена тут дудку не ломай. Не ломай руки. Смотри, здесь вот они его подремонтировали, да, медные руки. Такой трубочист. Не ломай. Лястас. Лястас. И здесь у нас что? Вот такая лодка. А, вот эта лодка, мама. Это как паспорт и лодка. Пролетает, смотрите. Просто потрогал нормально. Тут вон всякие с этими прям со всеми суставами сделали. Все четко. Улыбается Буратино. А, да. Он сам, сама техника. Смотри, здесь потихоньку льется, здесь чуть быстрее. Передает, как вот. Очень напоминает мне систему, как вот звездочки на коробке. Только одна. Ну, здесь только что с водой это все механизм работает. Соответственно, здесь лопастей больше, и она прям крутится очень быстро. Красота. Ну, вот такая вот штука стоит в центре Херфорда. Можно локацию скинуть, в принципе. Ну, вот, короче, вот эта вот девушка, вот эта вот грязная одежда, на бричке возила на речку мыть одежду, вот это все, да? И вот здесь нашли табличку внизу. Этот фонтан был поставлен в 96-м году в знак столетия коммунальных услуг в этом городе. То есть 100 лет назад, можно себе представить. То есть с чистой водой, вот этой, которая домой приходит, чтобы было совсем все не так.
пришли в центре города, тебе бабах и карусель. Ну вот, зашли во второй город, старый город. Мы уже идем на вокзал. Нам осталось 7-8 минут пешочком. Садимся в поезд. Полчаса, и мы в нашем городе опять. Как-то так. Мы погнали. До следующих путешествий.